بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته дорогие братья и сестры сегодня проходим мы уже десятый урок с вами и проходим букву قاف это буква قاف твердая буква قاف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين Итак, буква Кав, буква каф, сод мы с вами прошли. Сод мы прошли. Потом Фа прошли, СИН прошли, каф, буква Кав, буква Каф. И новое слово «калям», калям, калям, калямун карандаш или ручка. АКЛЯМУН, Много карандашей. Там есть буква Кав. «кав» Калямун карандаш. Итак, буква КАФ. КАФ, твердая буква КАФ. Смотрим, как она пишется. Аддарсуль Ашеру. Десятый урок у нас. И буква КАФ, она соединяется влево и вправо. Влево и вправо. И вот так она пишется. И его надо разукрасить. Давайте же сразу же перейдем к словам. Есть известные слова, в которых встречается эта буква КАФ. Например, Пишем. Аль-Кайро-Ату. Аль-Кайро-Ату. Аль-Кайро-А. -а. Чтение. Аль-Кайро-А. -а. Чтение. Аль-Кайро-А. -а. Или Аль-Кайро-Ату. Чтение. Кто-то может спросить, а почему Аль-Кайро-Ату, а не Аль-Кайро-Атун? Потому что впереди алиф и лям пришел. Запомните новое правило. Новое правило. Если впереди слово стоит алиф и лям, то танвин в конце слова убегает. Они не могут быть вместе. Либо ты ро без алиф ляма. Но если алиф лям пришел, то аль тыроату Понятно, да? Уже танвин убегает. Аль Ираату, чтение, чтение. Мы все любим чтение. Мы все любим много-много читать. И должны с детства, дорогие детишки, особенно которые маленькие-маленькие детишки, постоянно читайте, что-нибудь читайте, книжки всякие разные читайте, тексты разные читайте, уроки проходите. Читать надо много с детства, научиться хорошо, быстро читать и понимать все. Аль-Кайраату, Аль-Кайраа. Чтение, чтение полезное. Ну и, конечно, наша любимая книга Аль-Курану, аль курану Кур, -а -ну. аль курану -ну. Кур аль -кур -а Аль-Курану, Куран. Это книга всех мусульман. аль куран Книга Аллаха Субханаху, которую Он нам не спаслал. Он нас не просто так создал и сказал, живите как хотите. Нет, он послал нам книгу, и сказал, живите по этой книге. Читайте, изучайте, берите ее себе руководством. А также посылал он посланников к нам. Смотрите, как Аллах, субханаху ата'аля, заботится о нас. Заботится о нас. И послал нам Аль-Кур'ан. Аль-Кур'ан книга Аль-Кур'ан. Там найдете ответы на все свои вопросы. Следующее слово. аль ты сату аль кы -са аль -ты -са. аль -ты это история. Много мы в Кур'ане находим историй. То есть, когда мы много-много читаем Кур'ан, мы находим там много разных историй. Истории о пророках, истории о, о, о юношах, истории про мусы, про муса и хейдер, история, история, вот это кысса называется, кысса. Понятно, да? Аль аль кысса аль-кыссату, аль-кысса, история, рассказ какой-то. Так, дальше еще последнее слово возьмем, в котором есть буква «кав». Аль, а, -а лю аля акалю Акаль. -а -а это разум разум аля акль -а и так чтение Кур'ана и истории пророков для нашего акла -а это положительно влияет понятно да барак аллаху фику аля акалю разум Смотрим здесь картинки, 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 потом рассказываем. Так, первая у нас картинка, что у нас калям. Калям такой, калям такой. Есть ручка или карандаш. И буква кав. Ага, это мы все поняли. Калям. Калям. Аклям. Калямун қалам. аклям. Даже есть сура в Коране. Сура аль-калям. Нун аль калями Вамая сторон. Аллах Субхану Аталя говорит нун. Нун. Валь-калами. Клянусь каламом. Каламом. Калам. Перо раньше. Первое, что Аллах Субханава таля создал, это был калам, который все записал. Все записал. Все от начала и до конца. Все он записал. Этот аль-калам. Калам. Дальше у нас тут еще картина такая красивая. Интересно, интересно. Здесь есть книги. Книги, кутубун, и много-много разных разноцветных аклямов, карандашей или кисточек, или ручек с красками. Вот это называется калям. Запомните это слово. Кав, калям, китабун. И у нас самая великая книга. Китаб, аль-куран. Аль-куран. Понятно, да? Аль-куран. Так, дальше. Что это такое? Кто может сказать, что это такое? Что это за интересная картина? И почему здесь так все чистенько и красивенько? А на самом деле это называется мактаба, библиотека. Это библиотека, дорогие мои ученики, это библиотека. Сюда приходят самые такие э, прилежные ученики и изучают и читают разные книги, разные э, истории. Это называется аль мактаба, мактаба, где много 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 различных книг. Но давайте же поближе посмотрим эту мактабу. Итак, аль мактаба. Здесь много много разных книг, кутуб, кутуб. Здесь вот происходит аль кираа, кираа туль кутуб, кираа. Чтение книг Тиратуль Кутуб Смотрите, какая красивая библиотека! Дай Аллах, чтобы у каждого у каждого из моих учеников была такая в доме комната, где много-много-много книг было, где много-много-много всяких трудов хадисов, тафсиров было. И они все могли читать по-арабски. А Мунура вспоминали и говорили, аль что мы знаем теперь арабский язык. И теперь мы можем читать по-арабски. И у нас вот столько книг. Дай Аллах, чтобы у каждого, у каждого из моих учеников была такая большая-большая-большая библиотека. С полезной литературой. С хорошей литературой. И с правильной литературой. Барак Аллаху фикум. Давайте же перейдем к следующему слайду и там у нас Коля Фауаз как обычно рассказывает Фауаз. Коля Фауазун Фауазун сказал Фауаз. Первая буква К. Коля Фауазун. Она у Асадику я и мой друг Садику К. как раз мы Видим. Нухэйбу аль Но Нухэйбу аль-хероата, мы любим чтение. Смотрите, я и мой друг, мы любим чтение, Нухэйбу, мы любим, Нухэйбу это мы. Почему я сказал мы? Потому что впереди нун стоит. Хуббун это любить, любовь, а нухэйббу мы, мы любим, мы любим. Если бы. Я хотел сказать, что я люблю, я бы сказал ухейбу. А если бы я сказал ты любишь, то хейбу. А если я хочу сказать мы любим, но хейбу. Нун стоит впереди. Это уже глаголы. Это уже глаголы. Как спрягаются глаголы. Это уже строение. Мы изучаем глаголов. Итак, но Мы любим. Я и мой друг мы любим аль-кыроа. Аль-кыроата. Чтение. Мы любим чтение. Аль-кыроата. На фатху заканчивается слово. Аль-кыроата. Мы любим чтение. Мы любим кого, что чтение. Понятно, да? Это мы тоже будем проходить. Что такое файл, что такое фиаль, что такое, «фи такое мафруль. Это мы с вами тоже будем проходить. Обязательно эти вещи. Грамматика арабского языка. Мы должны знать. Фанахну. Итак, дальше. Фанахну и мы. Фа это и. Нахну мы и мы. нахфалду. Смотрите, нахфалду. Глагол есть хафило, яхфалу. Хафило. Но когда мы ставим впереди на нун, получается мы мы учим нахфалу. Если я хочу сказать я учу, я скажу ахфалу. Я учу. Или ты учишь тахфалу. Или он учит яхфалу. Смотрите, четыре буквы есть. Нун, олив, я и та. Вот эти четыре буквы, если мы ставим впереди глагола, то изменяется уже перевод. «Нун» – это значит «мы». Мы любим, мы учим, мы э, читаем, мы сидим. Нахфалу. А если хочу сказать «я», то я ставлю «а». Алиф с гамзой. «Ахфалу». Но давайте вернемся к тексту. Фанахну, Нахфалу. И «мы» – «мы учим аль-Кур'ана». «Нахфалу» – «аль-Кур'ана». Аль-Кур'ана. Мы учим что? Кур'ан. Аль-Кур'ан. Аль-Карима. Аль-Карим. Аль-Кур'ан. Аль-Карим. Священный Кур'ан. Ва И мы. Насма'у. Самиа – это слушать. Самиа – слушать. Самиа. Ва насма'у. И мы слушаем Аль-Кысаса. Аль-Кысас. Множественное число слова кыса истории. И мы слушаем истории. Аль-Муфида. Муфида. Муфида, муфида это от слова файда. Файда во многих языках есть это слово файда. Польза. А муфида полезный. И мы слушаем истории полезные. Ва аль-кисас аль-Муфида. Сказал Муаллим. Учитель. аль-Муаллиму. аль «Туниру лёкуля аль-кыроэту». Смотрите, что сказал учитель. «Каля <клес> аль-муаллим». «Аль-кыроэту» – чтение. «Туниру». «Туниру» от слова «нур». «Нур». «Туниру» – это освещает. «Аль-куль». «Акл» – это разум. «Аль-куль» – умы. Разумы, умы. Освещают умы. Чем больше ты читаешь твой разум освещается. Но ну, давайте еще раз прочитаю этот текст. Оля Фауаз. Ана ну нухиббул кираата. Фанахну нахфалул Кур'ана аль-карима. Ва насмаул аль-муфида. Коля аль-муаллим. Аль-кираату туниру лу'кула. Сказал Фауаз. Я и мой друг, мы любим чтение. И мы учим Куран. Куран Карим, священный Куран. И мы слушаем истории полезные. Сказал учитель, чтение освещает, освещает разумы. Акрау, акрау задание, акрау я читаю. Каля, оля ка обратите внимание, первая буква КАВ. Аль-кираа, то есть каля это сказал. سказал القراءة إلى القراءة، قرية القصص القصص القصص، قرية القرآن، قرآن العقول رازم لا إله إلا الله لا إله إلا الله قال القراءة القصص القرآن العقول Вот эти слова вы должны как можно больше читать. И пишите перевод. Пишите прям перевод, пишите эти слова, пишите тексты. Обязательно надо прям писать, писать, писать. Много пишите, и у вас почерк будет вот здесь, прям как вот здесь вот на экране. вас, она васди кену Ал-кхира ату туниру куля, а карау халя, аль-кайра ату, аль-кысасу, аль-кур'ану, аллокулю. Баракаллауфийку. А аль-калимат. Я буду читать сейчас слова Тумма у Джарриду-Харфа. Потом будем смотреть, как буква харф, буква с харакятами, как она будет произноситься. Итак. Он читал. Он читал. Это глагол. «кора-а». Он читал. «Кора-а». Запомните. Это глагол мады. Глагол прошедшего времени. Ораа. Хафило. Он заканчивается на фатху. Он заканчивается на фатху. Он всегда будет глагол мады заканчиваться на фатху. Запомните. Запомните это правило, еще одно вот такое небольшое правило, подсказочка, но я буду вам его постоянно напоминать, и вы уже потом запомните. Когда вы увидите слово, которое заканчивается на фатху, вы даже, может быть, не знаете это слово, но вы сразу скажете, здесь похоже глагол. И глагол впереди стоит всегда. Всегда впереди стоит. За исключением некоторых моментов. Некоторые моменты это уже мы будем с вами проходить в будущем. иншаллах. Итак, араа. Это означает, что это глагол. Может быть, вы даже не знаете, что это за перевод, но вы скажете араа. Это глагол мадой прошедшего времени. Что-то там, что-то делал. Он делал. Что-то делал. Кто-то что-то делал. Значит, араа. Он читал он читал в прошедшем времени. Запомните, глагол мады он мафтухун. Он на конце, у него фатха. Абадан. Абадан. Есть фатха открытая, видная, а есть невидная. Это тоже мы будем проходить. Это когда мы проходим обычно книгу Аль-Аджурумию, то там много-много очень примеров мы проходим на эту тему. Так, Араа, значит, каф с фатхой ка, 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 твердая каф. Понятно, да? Это твердая и звонкая буква. Каф. Ка, ка, кысас, кысас. Рассказы истории. Рассказы истории. Кысас. Кысатун. Қыс Это история. А кысас много историй. Кысас. Коф с кесрой кы. К. Твердая к. Ка. К. Ка. К. Ка. Укуль. Укуль. Айн. Дальше. коф с домой. Укуль. Еще там вау тянет в два раза. Укуль. Умы. Разумы. Коф с домой ку. Ка. Ку. Ка. Ку. Итак. А. Он читал. Оф с фатхайка, оф с кесрай к. Оф с домой ку. Хара э хы сос укуль. Запомните эту букву каф. Такая вот она твердая буква Каф. Буква Каф. Это нужно запомнить. Эту букву нужно запомнить. И много-много слов мы с вами уже заметили, в которых есть буква ков. Коля, укуль, олям, караа, кур'ан, рисатун, рисасун. дай Так, здесь как обычно, здесь нужно ков с фатхай КО, ков с домой ку, ку, ков с кесрой КЫ, кесра КЫ, Ники ки уже здесь будет, а к, к, коку И внизу мы читаем «ков» с фатхой и алиф, ка, в два раза тянем. Коф с доммой и вау, ку, коф с кясрой и я, к, ку, кы, Каламун акламун. Каламун акламун. Понятно, да? Коф с фатхой ко. Коф с доммой ку. Ко Коф с кясрой кы. Ко ку кы. Обязательно повторяйте. Обязательно. Потому что чем правильнее будете произносить, например, слово кальбун. Кальбун. твердое КОФ. Кальбун. Это сердце. Кальбун. А если вы мягко произнесете, вместо ков кяф скажете кальбун, то получится собака. И не поймешь потом, что у тебя болит. Сердце болит или собака у тебя болит. Скажешь, у меня болит кальбун. А на самом деле у тебя сердце болит. Ты скажешь, у меня болит кальбун. Врач тебе скажет, ну идите к ветеринару, к врачу, Который животными занимается. Поэтому твердая буква Кав. Твердая буква Кав. Кальбун. Ка». Дальше переходим. Переходим дальше. Кав в начале слова. Хвостик у нее дает соединение влево. В серединке слова соединяется влево и вправо. И в конце слова соединяется вправо и закругляет свой кончик. И последняя буква Кав. Самостоятельная буква. Хвостик у нее, смотрите, уходит вниз, под строчку. Итак, КАФ. КАЛЯМ. КУР'АН. ЛЯ ИЛЯГА ИЛЛАЛАХ. АЛЬ КАРИМ. КАЛЯМ. Так, дальше. Здесь обязательно, 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 мои ученики, нужно писать как можно больше, даже те, которые умеют писать, я знаю, те, которые даже знают Кур'ан, уже много-много-много. Но писать они не умеют красиво. Поэтому нужно писать КОВ в, в, в начале слова, в серединке слова, в конце слова и самостоятельную букву КОВ. Так, чтобы ничего не осталось, пустого места никакого. Писать и писать и писать. КОВ в начале, КОВ в серединке, КОВ в конце. КОВ самостоятельная. КОВ. Это надо писать, надо, надо, надо. Кто-то скажет, Мунур, зачем столько много писать? Не хотим писать. Надо писать. Я даже видел взрослых дяденек, ну не умеют они писать. Не умеют писать. Наша задача правильно, красиво писать каждую букву. У нас три слова, и нужно найти букву АФ, выделить ее в кружочек, написать внизу, и перевод обязательно. Итак, калям. Это у нас карандаш. Баркун. 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 Вот когда дождик идет. Баркун. Молния. Баркун. Это опасная тема. Баркун. Молния. Но баркун еще есть с быстротой молнии. Дай Аллах зайти нам в джаннат всем со скоростью молнии. Быстро-быстро прям со скоростью молнии. Без расчета и наказания. Ля иляха иллах. Ля иллах. Бархун. Как блеск молнии пройти над, над мостом ада. Ля иляха иллах. Макаид. Макаид. Смотрите, слово макаид. Есть единственное числе макадун. Макадун. Макадун это сиденье. А макаид сиденья макаид, стулья, скамейки, макаид. Много-много-много скамейк. Это тоже надо писать. баркун макаиду. И второе задание. Нужно читать следующие слова и потом постарайтесь написать. Написать. Куран. Кысас. Садикы. Тыраа. Хараа Алюкуль. Все эти слова вы уже знаете. Поэтому Пишите перевод. Внизу прям пишите перевод, что означает Кур'ан, Кысас, Сади'к, Кыра'а, Кара'а, Алю'куль. Так, 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 так. Значит, Актубу я здесь должен написать. Афнан. Слово, например, Афнан. смотрите аф на н аф Аф-на-н. Аф-нан. Афнан это нужно написать. Это слово. Фаннун афнан. Это вы должны написать здесь. Афнан. Дальше. Асма. Асма. Здесь вы ас. Потом ма. И гамза в конце. Лаймун. Здесь тоже. Лей. Му. Н. Я вам все подсказал. Следующее задание четвертое. Акту майумля То есть здесь вам диктант. Нужно будет восемь слов написать под мою диктовку. Итак, пишем. Аль-кур-ан. аль кур аль, -кур аль -кур Первое слово. Второе слово. Аль-кира-а. Аль-кира-а. аль, а, аль, а, аль а". Это второе слово. Третье слово. Аль-укуль. Аль-рукуль. Аль-рукуль. Это третье слово. Четвертое слово. Оля. Оля. Мы сказали, что оля. Есть, то есть есть, если вы видите слово, и которое заканчивается на фатху, вы сразу можете сказать, это глагол. Это глагол. Мы сегодня проходили глагол. Он заканчивается на фатху в конце слова. Глагол, он всегда на фатху заканчивается. Значит, это может быть глагол. Оля, сказал фавас. Оля. Так, следующее. Пятое слово. Кора-а. Кора-а. Кора а Пятое слово. Шестое. Аль-Хайсату. Аль-Кыссату. Аль-Кыссату. Седьмое слово. Кырдун. 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 Это у нас сейчас придет. Кырдун. Мы, мы раньше проходили в одном из уроков, мы проходили Кырдун, когда три друга пошли гулять в парке, и на них напрыгнул лев. И что с ними произошло? Спаслись они от него или не спаслись? Кырдун. Вот кырдун – обезьянка. Кырдун. Мы это проходили слово. Ну и последнее слово. Аль-каляму. Аль-каляму. Нун. Валь-калями ва ма ястурун. Нун. Валь-калями. Клянусь калямом. Аллах Субхану Тааля говорит. Я клянусь. Аль-Халема. Пиром. аль Вот это вот 8, 8 вам слов, которые вы должны записать. Дальше. Последний текст у нас. Херду Амара. Херду Амара. Херду Камара. Смотрите, какое-то интересное слово. Многие даже, которые арабский язык знают, они не сразу могут понять, что тут означает. «Кырду камара». Потому что здесь грамматика уже включается. Здесь мудов, мудофилей. Почему здесь этого нету? А почему этот э, Танвин убежал? Почему? Что? Как? Почему? Много-много вопросов происходит. Если вот так скажешь, напишешь кому-нибудь слово и скажешь, сделай ко мне разбор вот этого предложения». «Кырду камара». Что означает такое? Потому что он скажет, Камар это же Луна, Кырд это же обезьяна. Почему а обезьяна, Луна, тудым-сюдым? Ой, сколько будет вопросов. Скажет, здесь что-то неправильно, кто-то начнет спорить, кто-то с умным видом будет с вами спорить и доказывать другое. А вы будете стоять хитренько-хитренько прищуривать глазами. Итак, Кырду Камара. Кырд это мы сказали обезьянка. Камар. Камар, что такое камар? Камар это Луна. Но почему тогда она без танвина? Должно быть камарун. Давайте же посмотрим. Оказывается, камар – это имя девочки. Имя девочки. Да, Илляха илляллах. Давайте же посмотрим по тексту. Камару. Смотрите, камару. Луна. Ляха кырдун у нее обезьянка. Ляха кырдун. У нее есть обезьянка. Сагырун. Кырдун сагырун. Маленькая обезьянка. И смугу. Бундука. Бундука. Бундук. Обезьянку звали бундук. Бундук. Это орехи. Орехи, лесные орехи. Бундук. Многие вот кушают шоколад, и там нарисован орех. Например, Альпенголд старый-старый шоколад, который с давных-с давних времен. И там внутри есть орех, лесной орех. А вот это называется бундока. Бундока. Итак, амару ляга кырдун сагырун и смогу бундока. Смотрите, у девочки камар есть маленькая обезьянка, которую зовут бундока. Вот она поставила его, она его поставила Фе Афа сын Афас. это клетка. Она его поставила в клетку. Афос. Потому что бывает, что прыгают, скачут по всей квартире, по занавескам, по люстрам, туда запрыгнет, картину какую-нибудь перевернет. И все уже. Невозможно. Ну невозможно. Всех дергает, всех тормошит, за волосы хватает, все выхватывает из рук. Ох уж это обезьянка! Надо ее чуть-чуть приструнить. Значит, Амар поставила ее в клетку. Вакаддамат лягу аттаама. Вакаддамат. И дала. Предложила. Поставила ему еду. Аттаам. Аттаам. Лягу аттаам. Лягу ему аттаам. вашараб Еду и питье. И поставила ему, предложила ему еду и питье. Вофияумин, вофияумин, в один из дней. Фияумин миналь аями, в один из дней. Вот это нужно запоминать. Вофияумин, миналь аями. Запомните это предложение. Вофияумин, миналь аями. И в один из дней. Хараджабундока. Вышел бундок. Минархафосы. Ну, вышел как-то, освободился. Может быть, скрыл замок. Э, может быть, там расковырял ногтем. Или, может быть, там подпилил какую-нибудь там решетку. Хараджа бундок. Вышел хараджа. Смотрите. Хараджа заканчивается на фатху. Значит, я вам помните, говорил. Глагол мады. Ага, это уже глагол. Он вышел в прошедшем времени. Хараджа. Хараджа Бундук. Вышел Бундук. Вышла обезьянка маленькая по имени Бундук. Миналь Кафасы. Кафасы. Миналь -кафасы. Из клетки. Хараджа Бундукун. Миналь Кафасы. Вадахаля. Смотрите. И Дахаля. Дахаля. Опять глагол. Дахаля. Глагол. Почему? Какой признак, что он глагол? То, что у него на конце фатха стоит дахаля это глагол мады прошедшего времени и зашел то есть он вышел из клетки и зашел гурфата камара ага но ну все держись камар теперь он зашел в твою комнату гурфата камара он зашел в комнату девочки луны камара что же произойдет сейчас если обезьянка зашла в комнату, то все держись. Держись. Как у меня сосед был, Рифат из Казахстана. Он поехал в Индию и жил в Индии один год. И спустился вниз э, купить продукты. А жил на, верхнем, на самом верхнем этаже в, э, в одном здании, в большом здании. Когда вернулся в комнату, он увидел большую-большую обезьяну. У него на столе сидела. Эта обезьяна была еще самец и громко ругалась. И громко рычала на него и показывала большие-большие зубы, что аж Рифат испугался, пулей побежал вниз и рассказал хозяйке дома, что там что-то есть. Монки, 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 он говорил. Обезьяна, обезьяна, обезьяна. Но хозяйка, уже привыкшая, она схватила веник, схватила тапочек, помчалась наверх и прогнала обезьяну. Но эта большая была обезьяна, может быть, она пришла посидеть, посмотреть? компьютер нашего брата Рифата, или ждала, может быть, фруктов, когда он придет с магазина, чем-нибудь ее полакомит и угостит. Итак, давайте вернемся к тексту. Бундук вышел из клетки и зашел в комнату комара. Уа-аха-да, смотрите, ага, уаахада и взял. Видите, хараджа вышел, дахаля Зашел. Ахада. Взял. Это все глаголы. Один из признаков, что заканчиваются на фатху. Глаголы мады называются. Мады прошедшего времени. Вышел. Зашел. Взял. Якфизу. Ахада якфизу. Ну все. Ну все. Якфизу. И он стал прыгать. Фаука сарери. Фаука на кровати. Все, он стал прыгать на кровати. На кровати девочки Амар, который зовут Амар, Луна. Сумма лябиса, затем он одел. Ага, смотрите, лябиса. Опять глагол мады. Опять глагол мады, потому что на фатху заканчивается лябиса, он одел. Лябиса малябис. Малябис, например, да? Одежда. Лябиса лябиса, лябиса". одевал. Затем он одел камисан рубашку, камис, вакилядатан, там киляда, смотрите, что такое киляда. Это камис, это рубаха, камис, обычно длинная рубаха, которую мы одеваем, камис или шейхи разные одевают, да, камис. А киляда, ожерелье, ожерелье, которое на шею одеваются, девочки одевают, ожерелье. Затем он одел рубаху и ожерелье. вода, фи узуниги. вода, вода, и поставил. вода, и поставил. Фи узуниги в свое ухо. Куртан. Куртан. Смотрите. Курт. Курт. Это вот девочки одевают же, на уши одевают. Курт называется. Курт. Понятно, да? Серьга, например, сережка, или там подвеска какая-нибудь. Курт. Это называется курт. Куртон. Куртон. И поставил свое ухо в сережку. Одел рубашку, одел э, ожерелье на шею, и еще в ухо поставил сережку. Ну, вот это кырдун! Бундук еще называется, а! Одевается. Непонятно как. Нельзя же. Так ведь нельзя. Запомните, мальчики, девочки, нельзя подражать. Мальчикам нельзя подражать девочкам, а девочкам нельзя подражать мальчикам. Запомните это раз и навсегда. Я уже про мам и пап не говорю, про суллиллас, запретил! Ташаббу! Ар-риджаль-бен ниса! Запретил мужчинам походить на женщин! в походках, в одежде, в прическах, или еще там украшаться, сережки вешать, бусы вешать. И то же самое с женщинам. а Ниса Бирриджаль. Запомните это. Этот бундук, он, у него нету акла. У него нету акля, запомните. У обезьяны, у него, у животных нету акля. Поэтому он все одевает. Видите, он и одел, и рубашку одел длинную, одел ожерелья, все оденет на себя. Ва тура кибугу. А камар, а девочка луна, смотрела за ним Уатадахаку и смеялась. Уатадахаку. Уакафа бундукун амам аль баби. Остановился бундук перед дверью. суммахараджа хараджа мусриан. Потом он вышел очень быстро очень быстро. Мусриан. Вакафаль бундукун амамаль баби сумма мусриан. Да, проказник бундук. Проказник бундук. Хырду амара. Значит, мы переводим этот текст. Название текста мы переводим обезьянка луны. Обезьянка луны. Хамару. Ляха кырдун сагырун. Исмугу бундук. Вадаатху фи кафасн". وقدمت له الطعام والشراب وفي يوم من الايام خرج بندق من القفص ودخل غرفه قمر واخذ يقفز فوق السرير ثم لبس قميصا وقلاده ووضع في اذنه قرطا وقمر تراقبه وتضحك وقف بندق امام الباب ثم خرج مسرعا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا خير الجزاء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك